Привет, друзья! Привет, привет, родные! Друзья мои, если вы не знаете, то за моей спиной находится одна из главных площадей, либо парка скверовых зон города Самныя, провинция Хуапхан, Лаосская Народно-Демократическая Республика. Это далеко на севере, очень близко от границы с Вьетнамом и недалеко от границы с Китаем. В принципе, этот город можно назвать партизанской столицей Лаоса. Именно здесь Лаос при активной поддержке Советского Союза и Вьетнама где-то лет так 40 назад победил в гражданской войне империалистов. Именно здесь находился такой вот советский участок и эпицентр всего советского партизанского движения. Поэтому здесь стоит много памятников. Вот таких, как вот этот памятник. Много монументов. Здесь даже есть пещеры, в которых прятались партизаны и так далее. Ну вот как-то так. К тому же этот город является даже столицей провинции. Или, как бы это сказать правильно, административным центром провинции Хуапхан, Лаос. Ну вот как-то так. До границы со Вьетнамом здесь где-то меньше 100 километров. Смотря по какой дороге ехать, тут их несколько. У меня не так много времени, потому что сегодня я хочу посетить один интересный храм, который стоит на горе. Поэтому самое интересное еще будет впереди. Дамы и господа, не забудьте, пожалуйста, подписаться на этот канал, нажать на колокольчик, поделиться этим видео с друзьями, поставить мне лайк и написать какие-нибудь хорошие комментарии. Впереди еще много интересного. Увидимся. Спасибо, пока.